В ефірі політичне ток-шоу «Прожектор 2.0» і його ведуча Наталія Костенко. Не в п'ятницю, а в середу. Затримкою на півтори години, зміну з декількома депутатами, але нарешті з секретарем, віцемерами і сформованими комісіями. В Одеській міській раді відбулася довгоочікувана позачергова сесія, тож сьогодні про неї і поговоримо. Сьогодні до нашої студії ми запросили таких гостей. Роман Сенек, депутат Одеської міської ради. Олександр Абрамов, член виконкому Одеської міської ради. Вітаю вас, панове, будь ласка, ваші місця. Ілля Фрейман, депутат Одеської міської ради. Артем Рудомьоткін, політолог. Вітаю вас, будь ласка, проходьте. Сергій Сергієнко, політолог. І Олег Михайлик, політик. Панове, будь ласка, приєднуйтесь до нас. По-перше, я хочу сказати вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Незабаром ми відкриємо телефонні лінії, тож до нашого діалогу зможуть приєднатися і наші глядачі. А поки що пропонуємо вам брати вже участь у нашому інтерактивному опитуванні. Сьогодні ставимо таке питання. Розподіл посад у Одеській міській раді 8-го скликання – це компромісні рішення, договорняки. І традиційно ставимо те ж саме питання нашим гостям у форматі бліцу. Тож, панове, будь ласка, поки що стисло, буквально 30 секунд. Ваша відповідь, Романе. Я считаю, что это самый настоящий чистый договорняк. Можно объяснить его двумя простыми вопросами. Это голосование большинства, которое сложилось, доверяя делам «Слуга народа» ЕС, где представителей партии Ширия, представителей ОПЗЖ практически, то есть вообще нету в бюджетной комиссии и строительной комиссии. Ключевых комиссиях, которые сейчас, последние 5 лет, воровали, раздавали, грабили и будут это делать. Не сделали с нарушением закона о местном самоуправлении, я даже молчу о регламенте. Поэтому это чистый договорняк, я надеюсь, мы сможем эту тему сегодня развернуть. Дякую, Олександре. Да, я поддерживаю, в принципе, позицию Романа по одной простой причине. Это исключительно договорняк, и выглядит он следующим образом. Смотрите, у нас опять коалиция, у нас опять партия мэра, у нас партия Порошенко Петра, партия Зеленского — это все три политические силы, которые, в принципе, на общегосударственном уровне являются, ну, открытыми врагами. И как может быть такое, что все они голосуют просто в унисон за те проекты, которые выносит сессия, выносит, в принципе, ну, промэрская партия? Поэтому мое мнение, что это действительно чистые договоренки. Спасибо большое. Будь ласка, вам слово, Илья. Никакой сессии горсовета не было, это была торжественная церемония бракосочетания, это была свадьба между «Доверяя делам», «Европейской солидарностью» и «Слугами народа». Я могу их поздравить, прекраснейший тандем. Первым делом они скрепили свои узы, распилив все комиссии, в унисон проголосовав за регламент, за секретаря. Это чудесно, это прекрасно. Мне кажется, для одесситов это должно быть знаково. Мы понимаем прекрасно теперь, кто идет за Трухановым, кто склонил перед ним гриву, а кто остался в оппозиции. Такими темпами Одессу можно будет скоро переименовать в Трухановск, я считаю. Но мы, как партия Ширия, мы никогда не даем спуску таким попыткам. Я думаю, у нас будут союзники в этом совете. Собственно, не буду много говорить. Предлагаю посмотреть, что мы собираемся делать. Мы докажем все своими делами и действиями. Ну, намагався наш мэр за заявою вашего лидера трішки похитати і вашу партію, і йому це вдалося, але трішки пізніше ми про це поговоримо, так? Поговоримо. Будь ласка, Артеме. Я думаю, що це були компромісні рішення на основі предварительних договорників, тому що кандидатури каждого из, да, там, секретаря или кого-либо там другого, они заранее уже обсуждались. И действительно, в этом плане лично для меня интересно, как уже Роман говорил ранее на предыдущих эфирах, что вторая по количеству партия, по сути, возглавила только одну комиссию. Следовательно, у них не остается, по сути, другого варианта, кроме как занять жесткую оппозицию, но тут самое главное не заиграться и просто не начать блокировать полезное решение для города только из-за того, что их предлагают политические противники.
Переглядала сьогодні склад комісії і звернула увагу на голів комісії. Для себе рахувала, і в мене вийшло, що ЄС 2 голови, ОПЗЖ 4, довіряє ділам 4 і Солідарність 3. Чи я помиляюся? Шарій 0. Ви немножко ошибаєтесь, тому що по состоянню на сьогодні у фракції ОПЗЖ 3 комісії. Це соціальне, здравоохранення і новосоздана комісія по екології. Но ми крайне с этим не согласны. Мы не давали кандидатуры на эти комиссии. Они были распределены, извините за выражение, в тупую большинством. И кого куда захотели, того туда и поставили. Меня, например, поставили в экономику, коммунальную собственность, когда я в жизни этими вопросами не занимался. Но почему-то большинство считает, что я буду там чем-то заниматься и хорошо работать. На самом деле это чисто такой практический подход для того, чтобы исключить, скажем так, оппозицию с тех комиссий, где им нужно, чтобы все было тишь да гладь, да Божья благодать. Земля, строительство, в том числе бюджет. Ну, я дивлюсь, охорона здоров'я, екологія, соціальна політика. Да. Так, правильно? Да. Віталій Саутянков, Богдан Гіганов, Лілія Леонідова, вірно? Так, да, все вірно. Дякую. Будь ласка, вам слово, Сергій. Якщо лаконічно, то це сесія міської ради, це такі компромісні договорняки, які відбулись. В тому плані, що склад комісії вибирався вже постфактом з депутатів, які отримали мандати. Дійсно, попередньо було оговорено, там, напевно, ряд кандидатур, які що займуть. Але ж ми бачимо те, що комісії і та сесія, яка відбувається, така політична сесія. Далі будуть господарські питання. А от лакмусом була перша сесія, де ми побачили точно, хто з ким буде грати на одному полі і проти кого. От і все, дякую. Дякую вам. Олеже, вам слово. Я бы, если можно, буквально одно отступление. Вот Илья сказал, что можно переименовать Трухановск. Ну, он просто недавно избранный депутат. Может быть, не заметил, что Одесса является Трухановском как минимум последние 2-3 года, когда усиленно ее грабят. Поэтому... Я имею в виду формально, уже формально это сделать. Да можно тогда вынести на сессию и попробовать. Они вынесут, я думаю, еще вторая каденция будет и обязательно вынесут. Значит, это однозначно договорняк, который некоторые депутаты из... позиционировавших есть себя раньше, называют компромиссом. Вот я бы сказал так. Потому что уже в том числе в сети Facebook начинаются вопросы так называемым этим оппозиционерам. Я сейчас не про ОПЗЖ говорю. Я понимаю. А почему же вы голосовали за Кучука, там, за того, за этого? Там очень много есть таких скандальных, одиозных людей, возглавляющих самые жирные комиссии. И они это объясняют, что другие были еще хуже, что это реально был компромисс. Ну, я думаю, что это обычные договорняки. Ну, я хочу зауважити, що сьогодні ми пропонували взяти участь у нашому ток-шоу представникам політичної партії від президента «Слуга народу», але, на жаль, ніхто не зміг сьогодні до нас завітати. І в мене таке питання до вас, панове, як вважаєте, можливо, це якось пов'язано з тим, що пан Труханов неодноразово закидав ці політичні силі занадто часті визиты на 7-й телеканал. Ну, тогда и мы должны были бы отказаться. Вы нас тоже часто приглашаете. Но это говорит о том, что следующие 5 лет «Слуга народа» не будет ходить на ваш телеканал, потому что Труханов с трибуны, с президиума городского совета сказал, что вот, они ходят на 7-й канал, вот там есть там застройщики, еще что-то. Запретил, короче, «Слугам» ходить на ваш телеканал, понимаете? Но на самом деле, я понимаю, почему они не ходят. Я сидел здесь в этой студии с Жуковой. Вчера сидел с Квасницкой. Все. Они не знают, как отвечать на вопросы, почему они голосуют с Трухановым. Вот Ольга вчера мне говорит, Квасницкая, о том, что наша фракция не голосовала. Я ей сделаю видео. Все проекты решения, которые, все 7, которые стояли на повестке дня, за все голосовала фракция «Слуга народа». И пусть действительно, как говорит Олег, пусть они ответят, почему они голосуют вместе с Трухановым. Это компромисс. Они ссылаются на то, что город должен начал быть работать. Мы должны думать за одесситов. Да ничего вы подобного не думаете. Вы сделали так, и причем здесь сидела Жукова Наталья, говорит, слушайте, мы же за открытость, за прозрачность, мы хотим, чтобы все имели доступ в горсовет и тому подобное. Я говорю, хорошо, ребят, а почему вы тогда не даете оппозиции иметь доступ к бюджетной комиссии, хотя бы ознакомливаться с документами? Почему не имеем доступ к строительной комиссии? Мы же помним эти примеры, когда строительная комиссия собирала кворум, выезжала где-то в поле,
там себе тихонечко заседала. Никто, ни пресса, ни другие депутаты об этом не знали. И потом хлац, протокол. Это отдали, это продали, это разрешили и тому подобное. Вот для чего делается. Представитель слуг народа, госпожа Коробкова, по-моему, возглавила комиссию по имуществу. Госпожа Квасницкая возглавила комиссию по законности. Я прошу прощения. А как так случилось? Почему вам дали, а другим не дали? Почему ЕСУ отдали транспорт, отдали бюджетную комиссию? Почему земельная комиссия отошла к доверять делам? Почему оппозиции не дали то, где она может влиять, контролировать и как минимум информировать все средства массовой информации, одесситов, где и кто ворует? Да на самом деле они просто по традиции продались. Труханов вошел в союз с Зеленским. Они назначили секретаря Коваля. Взамен Зеленский назначил губернатором господина Гриневецкого. Это договорняк всеукраинского масштаба вокруг Одессы. Все. Я еще не знаю, у нас еще будут события развиваться завтра на сессии областного совета. Мы увидим там договорники. У нас в ближайшее время будет сессия районного Одесского районного совета. И там мы увидим договорники. И все это ведет к тому, что, к сожалению, надо говорить одесситам о том, что, ребят, вот те люди, которые рассказывают вам, что они за вас, что они за какое-то развитие, они продались. Они продались Труханову, они продались за деньги и за конкретные посады. Они своих людей позасовывали, а всех остальных даже хотя бы сохранили лицо и сказали, окей, пусть там Шарий, ОПЗЖ будут по одному члену в каждой комиссии, они нам не влияют, нас все равно большинство, будем голосовать так, как надо. Так нет, нарушили закон о местном самоуправлении о том, чтобы пропорционально каждый депутат присутствовал там. И просто до свидания. Вот это говорит, вот первая сессия, как говорит коллега, она политическая, она вот четко отображает, как будет работать Совет следующие 5 лет. И увидите, когда придет через 2 недели сессия бюджетная, там будет тот же дерибан, который был последние 5 лет, но слуги народа, европейская солидарность вместе с доверяя делам будут рассказывать нам красиво, улыбающиеся, так говорят, это все для одесситов, это все для них и ради них. Пора уже сказать, что европейская солидарность продалась еще 5 лет назад. Слуги народа контролируются конкретными акционерами, которые купили места в этой партии, такие как господин Мараховский и весь его менеджмент банка, который сидит в этой фракции. Вот что такое в Одессе политика. Никто не Романе, задумає за одесситов. Романе, вибачте, трішки вас переб'ю, ви вже, як завжди, емоційно поводитесь на прожекторі. Ну, це добре, але ж у вашій партії теж не все дуже добре. Согласен. І, так, ми маємо ситуацію з паном Михайлом Кучуком, який став першим віце-мером і вже є... Будь ласка, зараз так. Моя черга. І вже є реакція навіть від Миколи Скорика. Я пропоную подивитися її разом. По ситуации с Кучуком, чтобы не было кривотолков и чтобы не перейти на нецензурную лексику. Человек перешел работать в команду врага, и не только моего лично, а и это не только мое мнение, всего города-героя Одессы. Мне кажется, я очень ясно все объяснил. Да, Геннадий Леонидович, вам привет. С такими новыми друзьями вам и враги не нужны. Как говорила моя бабушка, внучок, тебе надо просто чуть подождать, пока немного занят, но со следующей недели уделю внимание. Хорошего дня всем. Скоро выходные. Ось такий допис. Пан Микола залишив у себе в Фейсбуці. Я бачила, Олег, ви вже хотіли щось сказати з цього приводу. Ну, для мене просто це таке, знаєте, як один із самих перших зашкварів, зашкварів, да? Тому що я там можу багато вже розказувати, я спеціально знайшов всіх, хто до нього голосував. І хто би ви думали, «Слуга народу», ЄС, в більшості своєму, такие непримиримые, что проголосовали за назначение вице-мэром Кучука. Мараховский, Асауленко, имеется в виду Алексей, и еще целый ряд, Коробкова, ну, Данилюк. То есть практически все, кто мог бы этого не допустить, они проголосовали за назначение Кучука. Вице-мэра. Самое интересное, что люди, которые, в принципе, не знакомы с его деятельностью раньше, в тупую просто голосовали за Михаила Ильича. Хотя... Не, многие знают его деятельность. Я имею в виду из новых депутатов, которые присутствуют у нас от ЕС, от Зеленых, и те же самые новые составы в ДД, который обновился. Все голосовали, потому что такая была скинута разнарядка. Вот и все, не более. И я хочу уточнить для телезрителей, для одесситов, которые нас, может быть, не видели вчера. Значит, наша фракция
ситуация, если вы посмотрите на результаты голосования, не голосовала за назначение господина Кучука, потому что мы считаем, что Михаил Ильич поступил абсолютно неправильно по отношению к одесситам и к партии, которые доверили ему представлять их в городском совете. Пошел в сговор с Трухановым, начал с ним работать. Мы его исключили из фракции, он сложил депутатский мандат, вместо него зайдет другой человек. Но, если посмотреть на результаты голосования, вот Олег сказал, да, всего лишь за него проголосовало 36 человек. И если бы слуги такие... 20 из которых это доверяй дела. Да, если бы слуги, Европейская солидарность проявили вот эту вот благородность и позицию, которую они 5 лет с телеэкранов вещают, и не проголосовали, этого человека бы там не было. Вопрос, почему ОПЗЖ не голосует за своего человека, доверяя делам «Слуга народа» и «Европейская солидарность» новая, вот это вот, как мой коллега говорит, этот брачный тройник, голосует. Вот понимаете, в этом все карты вот открылись, и умные люди должны понять, да, это была политическая сессия, да, вот вам коалиция, и вот как они будут работать. Скажите, будь ласка, як так сталося, що ще позавчора член вашої команди отак швидко здався? А дело в том, что слишком большой соблазн. Партія доверяє делам, Труханов, конечно же, как и все политические силы, не спят, ходят, предлагают деньги, предлагают должности, и есть люди, которые, к сожалению, вот как по нашему примеру, сдались и пошли работать вместе с ним. Поэтому наше логичное действие следующее. Мы просто этого человека исключили, он сложил мандат, и вместо него будет другой человек. Вот ну, він мав піти з партії, адже він хотів... Не, он мог с партии даже не уходить. Он должен был просто сложить мандат по закону. Но, извините, это наше было решение, мы сказали тобто нет. Тобто він склав мандат, не ви його попросили. Мы его исключили из партии, из фракции. А он сложил мандат, потому что он должен был занимать чиновничью должность. Дякую. Скажіть, будь ласка, панове, впродовж тижня, які ще можливі, чи вже більш явні після сьогоднішньої, вибачте, вчорашньої сесії, можливі були договорняки? Будь ласка. Ну, мабуть, що так само, наприклад, як і міста Одеси, облрада, золота карта, якщо можна так сказати, розігруватиметься знову ж таки в ЄС, тому що я бачу, що принципності майже немає в політиці. І зрозуміло, що хто віддасть бюджетну комісію ЄС, на ту сторону знову вони і стануть. В принципі, це саме ми побачили на прикладі міста Одеси, і те саме буде далі. Але в мене питання, чи взагалі думають ці політичні сили про майбутні там парламентські виборчі шести. Тому що я так розумію, що от ОПЗЖ підтримує свою лінію, і навіть на виборах в них була лінія така, що була агітація за партію, а вже потім за кандидата. Всі інші політичні сили, вони агітували за кандидата, вже потім за політичну силу. І от такі речі, як ситуативні договорняки, які зараз відбуваються, вони, по суті, хоронять ці політичні проекти на місцях. Тобто ми побачимо, що в подальшому майбутньому люди побачать цей договорняк, цю, знаєте, безпринципність і відсутність ідеології там, чи якихось моральних принципів, то вони потім вже, я сподіваюся, що зроблять висновки. Хоча, насправді, мабуть, що люди в нас не дурні, і я так розумію, що по першим сесіям зроблять висновки. Ну і ще один такий момент, який став широко знаним, і всі його зараз обговорюють, це те, що сталося в партії Шарія, так? Пропоную подивитися коментар щодо того, чому на два депутати в Одеській міській раді від партії Анатолія Шарія стало менше. Два дні назад я пишу в телеграмі статус. В партії Шарія нет двох людей – папи і сина Нагаткіних. Якщо ці люди будуть представлятися від партії Шарія, не вірте. Вони легко можуть представлятися від Труханова. Вежливо попросимо людей здати мандат і пойти гуляти по красивішій Одеській набережній. Що в цьому статусі не так? Говорят, что нету красивішої Одеської набережної в Одесі. А все остальное – да, чистая правда. Депутат – это папа и сынок. Сынок в горсовете, папа в райсовете, оба от партии Шария. Попросили их спокойно сдать мандаты, а они говорят, нет, за нас одесситы голосовали, за вас никто не голосовал. Голосовали за партию Шария. Теперь смотрите, Труханов понимал, что если соберется внеочередная сессия, то не изберут его секретаря, поэтому надо, чтобы сессия не собиралась. И поэтому надо было написать специальные бумаги, что типа против созыва внеочередной сессии. И тут внезапно этот Нагаткин, младший, отказывается это сделать. Я моментально понимаю, что к чему, начинаю наводить резкость, и мне залетает информация о заносе. О заносе. Вы поняли, да? Ілля, ну, да. До вас питання. Да там
ситуация действительно вот так, как сказал Анатолий, действительно у нас был Нагадкин. Почему такой резонанс, я объясню. Потому что редко так партии реагируют моментально. Обычно, если какой-то депутат идет против политики партии в каком-то точечном моменте, это как-то заминается, с ним разговаривают, применяются какие-то санкции, выговоры. Он остается во фракции, один раз он получил деньги, он сделал что-то за деньги, и дальше он, ну, в общем, такие вопросы не придаются огласке. У нас здесь все строго. Он один раз решил выступить в поддержку Труханова. Он проголосовал по всей повестке дня трухановской, поддержал их во всех их вопросах. И, соответственно, другого шанса у него не было. Он вылетел с позором. Вы, может, еще не видели, но сегодня у Анатолия Шария вышел ролик, посвященный исключительно Алексею Нагадкину, который полностью всю эту тему раскрывает. Мы не будем скрывать такие факты. Мы будем придавать их огласке, и один неверный шаг, неважно, кто ты, дружишь ты с Шарием, допустим, я там летаю к нему в Европу, пью с ним кофе, плевать, если я завтра одну кнопочку неправильно нажму в противоположную сторону от политики партии, все, меня также здесь не будет. Также с позором меня с партии выгонят. Алексей Нагадкин решил проверить, так ли это или нет. Сейчас он пожинает плоды, так сказать, своего решения. Насколько я сейчас знаю, у него Facebook просто завален, он отключил у себя комментарии, потому что там по 1000 комментариев, выражающие презрение одесситов в отношении его. Ему сейчас некуда деваться, кроме как под трухановскую крышу. Почему так произошло? Потому что мы не идеальные люди. Действительно. И партия Шария никогда не говорила, что это партия идеальных людей. Что мы можем гарантировать, так это контроль и своевременную реакцию на то, что кто-то пытается отойти от ключевой линии, так сказать, директивы, которые нам спускают лидеры партий. Соответственно, Алексей и его папа, они решили принять эту сторону, они получили злачные места, они получили там какую-то комиссию, там ЖКХ, что-то с коммунальной связано. Вот. Взяли деньги, насколько у нас есть такая информация. Скільки, якщо є інформація? От 200 до 500 тысяч долларов. То есть такие предложения поступали всем нам. То есть фактически нас изначально хотели купить. Нет олигарха в этом городе, который бы не пытался к нам зайти с предложением. Были все. Не подкупился никто, потому что вот даже те из наших депутатов, активистов, которые прекрасно понимают, что эти 500 000 изменят его жизнь тотально, если он сейчас устроит революцию и одновременно с этим ударит по имиджу партии, прекрасно понимали, что за этим следует. Это позор, это желтый билет на всю карьеру. Поверьте мне, Анатолий Шария — это не тот человек, который остановится на исключении из фракции. Алексея Нагадкина ждут очень веселые, долгие приключения на много-много лет. Если он думает, что он просто так вот сейчас вот закрыл эту проблему одним роликом против себя Шария, он глубоко ошибается. Даже если придется исключать дальше, даже если у нас будет 1-0 депутатов, первое, что для нас важно, это имидж. Нет имиджа, если мы будем ассоциироваться с другими партиями, нет имиджа, нет партии Шария, смысл всего этого. Анатолий Шарій прекрасно это понимает. Дякую вам за розлугу відповідь. Артем, ви слухаєте, трішки посміхаєтесь. Сергій, хочу до вас звернутися. Я до експертів, як до політологів. Скажіть, будь ласка, ну чи дійсно маємо в Одеській міській раді нарешті такий буквально прецедент, таку жорстку реакцію лідера партії на ось такі дії депутатів? Ні, абсолютно були прецеденти в минулій каденції, коли самопомчі відкликали депутатів. І так само ми бачимо, що є така річ, як партійна дисципліна. У нас в країні насильницька партіїзація пішла. І, по суті, зараз йде диктатура партії, коли йде рознарядка, от ви там на місці маєте голосувати, так, як самі щойно сказали. То це, я вважаю, що це не завжди є правильно, тому що люди на місцях дійсно більше знають і розуміються в той проблематиці, яка є. Керування партії, наприклад, з Києва, там, з Львова чи ще звідкись, для Одеси це не є добре. В Одесі мусять бути одесоцентричні люди, які знають і боліють Одесою і мають
розуміння того, що треба робити в Одесі на місці. Це перший момент. Стосовно спокус, то, що ви казали, там дійсно такі речі завжди відбуваються. Єдине, що така сума там півмільйона, це, мабуть, пакетна скупка така, знаєте, на весь період, на всю каденцію. Але насправді подальші господарські питання, вони всі будуть точковими, і там точково постійно з усіма будуть домовлятися, з усіма фракціями. Якщо це там стосується якогось великого земельної ділянки, там, чи ще якихось речей, або ж інших майнових речей. Але це має бути щось значиме і велике. А ось таких політичних питань, майже, мені здається, і не буде до кінця цієї каденції, тому що вони закінчаться. Позвольте репліку небольшую. Так, буквально коротко. Да, коротко. Не, вот вы говорите, что не должно быть диктатуры партии. У нас авторитарная партия, потому что голосовали за Шария. Вы знаете, кто я? Не знаете. А кто такой Нагаткин? Вы не знаете. Но вы знаете, кто такой Шария. Я этого не отрицаю. Голосовали за Шария, за его идеи. Пусть Нагаткин идет, создает партию Нагаткиных и тогда говорит о том, что я имею право голосовать, как он хочет. Он шел под этими идеями, он подписывался и обещал говорить так, как ему диктуют сверху. Он руки, он глаза, уши Шария, а не самостоятельное какое-то лицо. И мы все это прекрасно понимаем. Просто в какой-то момент он воспользовался тем, что закон его защищает. Да? И когда он понял, что ему нужно свои обязы выполнять, он против своей репутации попер, против своего имиджа, против своего будущего, лишь бы исполнить эти договорники, сейчас позорно остался на этом месте. Дякую. Артема, чему посмехаетесь? Очень понравилась фраза, очень такая пламенная, эмоциональная речь, прямо аж практически вот самое сердце зацепило, особенно фраза «нет ни одного олигарха, который бы к нам не заходил и не пытался нас купить». Так и хотелось сказать. Не получилось, может, окупили до. Рассказывать о том, что партия Шария, она самостоятельная, принципиальная, у нас нет. Партий. У нас есть политические проекты, которые отстаивают те или иные интересы. Чьи интересы отстаивает партия Шария? Каких групп? Олигархов? Конкретно, давайте. Давайте, вы... Вот, но вы, мы говорим о партии Шария, конкретно. Правильно, вы адресуете свой вопрос вот, ближе к партии. Я адресую тот, кто претензии предъявляет. Давайте и, конкретно. Понимаете, даже та же самая партия Шария, которая вот по идее, как должна быть демократичной, должна быть открытой, но при этом сам Анатолий Шарий заявляет, что это, и вы только что это подтвердили, что это авторитарная партия, и все будут делать так, как скажет он. То есть у нас, опять же, по сути, нет ни одной идеологической партии, есть проекты и есть партии определенных конкретных людей. И все остальные члены этих партий, депутаты от этих партий, они должны плевать на интересы города, на интересы одесситов, если им руководитель партии скажет вот на это не обращать внимания. С одной стороны, да, это хорошо, потому что есть возможность достаточно быстро так реагировать на те или иные заявления или действия своих депутатов. С другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что достаточно завтра Анатолию Шарию с кем-то подружиться или же вступить в конфликт, и вся абсолютная деятельность партии Шария на местах или же любой другой политической силы, которая представляет интересы того или иного конкретного человека, она моментально будет изменять свою риторику, она моментально поменяет свою деятельность, и от непримиримых, вернее, от закадычных друзей они превратятся в непримиримых врагов. Это такая своеобразная бомба замедленного действия, и возле которой, знаете, вот есть напал, есть фитиль и есть уже горящая спичка. И непонятно, в какой момент они пересекутся, в какой момент они соединятся. Я не совсем понимаю, честно говоря, претензий. Первое, я хочу услышать, под кем в течение этих пяти лет был Анатолий Шарий и его партия, да, под каким олигархом. Я не говорю, что это важно. Пяти лет. Ну, вы только недавно зашли в бежали. Не, ну вы говорите, что Анатолий Шарий это проект, да? Давайте конкретно. Кто? Я сказал, фамилия, Анатолий сумма. Шарий, а партия. Хорошо, под кем Шария. Партия? Давайте. В данном случае в Одесском городском совете, насколько мне известно, я думаю, известно не только мне, ее да. финансировали, ее спонсировали несколько представителей. Фамилии. От партии. Фамилии. Ну, несколько представителей. Фамилии. Баранский и Саутенко. Баранский. Давайте проследим логику. Вот на секундочку. Давайте проследим логику. Сначала они говорят, что партия Шария и Шари — это проект Кремля. Давайте будем последовательными. Давайте, теперь давайте, мы слышим... Вот подождите, я подождите. Этого ни разу не говорил. Я этого не говорил. То есть вы не считаете, что это проект Кремля, да? Дайте мне договорить, пожалуйста. Ну, они говорят, что это проект Кремля.
Следующая сейчас фраза — это то, что они прогнулись под какого-то там местного депутата, под Баранского, под Саутенкова. Теперь вдумайтесь в логику. Это получается, Кремль продал франшизу Баранскому. Понимаете, какую чушь они несут? То есть Кремль, Путин такой, как бы мне заработать? А вот кто это? Баранский, да? Продам-ка, о, вот это я заработал, хорошо. Баранскому да. Повезло. Да, Путин обратил на него внимание. Вот если слушать их логику, выстраивать их впоследствии последовательность, получается такая чушь, что даже дедушка какой-то там, живущий непонятно где, в шапочке из фольги, конспиролог, который живет, даже он бы над вами смеялся, понимаете? Баранский и Саутенков, она Анатолий Шарий. Вот. Это смешно, потому что я не без претензий к вам, потому что это медиаповестка, которую выдает Порошенко, которую выдает Труханов. Они продались. Нечем нас больше зацепить. Единственное, что они пытаются, это разрушить, так сказать, представление многих сторонников, а нас сотни тысяч, которые выступают в поддержку Шария и думают, что, ну, соответственно, им навязывают мысль, что он под кем-то. Покажите мне, пожалуйста, факт, покажите мне, пожалуйста, любое доказательство, где Шарий под кем-то. Шарий выступает... Дякую, я почула вашу думку. Хорошо, да. У нас є ще інші гості. Звичайно, добре, я ж дякую. Хочу адресувати питання паном, панове. Ну, вам слово. Чи дійсно вами проплачений проєкт в Одеській міській раді партія Шарія? Сенік платить нам по 2 мільйони. На долларов, это не для кого. О, бачите, цифры растут. Правильно, чтобы нельзя было проследить. Биткоина, чтобы иногда цена росла, в общем, да. Ну, разговоры, это все прекрасно, но я вот предлагаю все-таки двигаться по логике того, что происходит. Вот когда коллега говорит о том, что предлагают такие большие деньги, прошу вас не удивляться, это небольшие деньги для Труханова и его акционеров, потому что его акционеры строят в Одессе дома, если посмотреть, сколько квадратный метр, то это всего лишь, грубо говоря, 400 квадратных метров за одного депутата. Это, ну, максимум один этаж, а может даже и полэтажа, да? А украдут и продадут, боже мой, страшно себе представить, сколько этих этажей может быть. Представникам ОПЗЖ пропонували от 200 до 500 тысяч? Вы знаете, думаю, что да, потому что если бы не предлагали, наверное, мы бы не потеряли бойца. Лично мне не предлагали, и даже если предлагали, я бы никогда не согласился, потому что я вижу свою большую длинную карьеру политическую. У меня есть четкие принципы, которым я не поступлюсь. И вот очень жалко, что не вижу в этой студии слух и европейскую солидарность и доверяю делам. Потому что у меня к ним столько вопросов, что вы себе просто не представляете. А что касается мажоритарки и партийной системы. Вот я давно сторонник, вот я против мажоритарки только по той причине, что отсутствует партийная дисциплина. У меня есть небольшой опыт. Я вижу, как в областном совете большинство депутатов не читают проектов решений, а просто голосуют. Роман, вибачте, да. Вибачте, дуже цікаво. От Ілля взяв і назвав 200-500 тисяч. Да. А щодо пана Кучука, ви не знаєте розмірів? Я думаю, господин Кучук теперь достаточно публичная, открытая личность. Ему этот вопрос можно задать на любом брифинге. Он мне не говорил, хотя мы с ним достаточно часто общались во время предвыборной кампании. Сколько может, ну, как бы, я думаю, что он должен был бы брать намного больше, потому что все-таки вице-мэр, все-таки, ну, вы совершенно вечер? Другое. Да нет, я думаю, раз в 10, как минимум, потому что смысла в этом никакого нет. Я думаю, что Михаил Кучук достаточно богатый человек, чтобы купить кого за такие деньги, кого, кто ему нужен, и на должности вице-мэра по строительству. О, тем более. А это все-таки одна из самых скандальных, но наиболее коррумпированных и самых прибыльных сегодня отраслей, да, в Одессе, то свои деньги он там точно заработает. И, как это говорят, свежо предание. Та приставка к господину Кучуку, которая к нему довольно жестко прицепилась еще в период его вице-мэрства при Эдуарде Гурвице. И мало кто, наверное, не знает, как Михаила Кучука тогда называли. И это я хочу еще дополнить. И вот в связи с этим еще давайте не забудем забывать, что в строительную комиссию не допустили ни одного члена ОПЗЖ и ни одного члена партии Ширия. И вот говорить о том, что все прозрачно и все будет в этом городе хорошо, и у них есть план и так далее,
да, у них есть план, но этот план вообще план не по связан распилу, да, ни да. с одесситами, ни с городским бюджетом. Это план по распилу земель, план по распилу коммунальной собственности, городского бюджета. У них этот план еще с 2015 года. Они его отработали на Порошенко, а теперь, о, так у нас тут появилась дополнительная партия Зеленского. Давайте-ка втроем, мы же тут уже все знакомы. Уже, так вы посмотрите, кто в партии, извините, Зеленского. Так там же все перебежчики. Одни с солидарности, другие с самопомощи и так далее. Это все одна и та же компания. Она просто поменяла партийные билеты, флаги, и теперь рассказывает, что мы за все хорошее, против всего плохого, и Труханов уже молодец. Еще вчера он был плохой, ходил Филимонов, за ним ходила Квасницкая, они все на каждом дворе говорили, все будет по-другому, и мы не дадим больше разворовывать вообще вас, наш город, а теперь они рассказывают, мы должны начать работать. Мы все, Ольга, мы Квасницкая, молодцы. Ольга Квасницкая, к чести, не голосовала за вице-мэра Кучука. Я вам скажу так, вот с тех пор, когда Ольга стала членом фракции «Слуга народа», мне без разницы, кто такая Ольга Квасницкая. Она член фракции «Слуга народа». И она отвечает, а если ты не хочешь за это отвечать, мы вчера с ней и в холле там дискутировали, она считает, что я ее оскорбил. Ну, извините, Ольга, вы, может, нас смотрите, если вы против, если вы не согласны, будьте честны с одесситами, напишите заяву, или сложите мандат, или выйдите с фракции, будьте позафракцийным депутатом и ведите свою деятельность. Ах, вы боитесь, что вас отзовут? Вы боитесь, что вы потеряете какое-то политическое будь? Дивіться, та ви вже ви його мали потеряли. Дуже емоційну вчора бесіду в нашій студії з Ольгою, але різниця в тому, що вона в ній була присутня. Сьогодні вона, на жаль, не має можливості вам відповісти. Я в любое время готов встретиться з Ольгою навіть на дебати. Я хочу нагадати, що у нас саме час відкривати прямі телефонні лінії, тож якщо ви маєте певну думку щодо теми нашого ток-шоу, або хочете поставити питання нашим гостям, будь ласка, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Запрошуємо до цих дій і наших телеглядачів, і, можливо, серед них є і представники партії, про які сьогодні панове вже казали, але які наразі не мають представника у цій студії, але мають що відповісти. Будь ласка, наші телефонні лінії відкриті і для вас. Повернемося до вчорашньої сесії. Ще одна така цікава деталь. Промова на сесії Сергія Гриневецького. Скажіть, будь ласка, можливо, я не знаю, це звичайна ситуація для нового очільника області? Чи це певний знак? Можна мені? Будь ласка. Ну, я, как бывший депутат облсовета, постараюсь очень кратко. Смотрите, когда мы бы жили с вами в государстве, где работают законы, где есть социальная справедливость, бюджет справедливо распределен, и, в принципе, все для народа, который живет в этой стране, то коммуникация и взаимодействие губернатора с мэрами городов, главами райадминистрации, райсоветов и других любого уровня, берем даже до о новосозданных объединенных территориальных громадов, это безупречно хорошо. Безупречно. Это очень хорошо, когда есть, когда любой там глава сельсовета может приехать к губернатору и сказать, у нас такая проблема, выручай. И проблема решается. Но мы живем в другом мире. Мы живем в абсолютно беззаконном государстве, где царит ручная полиция, где царят ручные прокуроры и так далее. Для вас это знак, який сам? Это говорит о том, что Геннадий Труханов имеет сговор с господином Зеленским на вот таком вот нашем одесском регионе масштабе, да? Они договорились следующим образом. Кто не знает, это договорняк. То есть договор был следующий, что сначала они назначают Коваля секретарем, после этого президент назначает Гриневецкого губернатором. Но поскольку эту тему начали качать в СМИ, я так думаю, они решили, ну так вот, типа разбить это все об стенку, мол, неправда. Сначала назначили губернатора, а потом призначили Коваля. Точно такая же ситуация нас ждет в районном совете. На сегодняшний день там тоже должен быть представитель от «Слуг народа». Сейчас, завтра мы увидим, сработает ли договорняк по областному совету. Потому что «Слуга народа» договорилась, доверяя делам, и с «Батьковщиной», что они будут голосовать за господина Диденко как председателя областного совета. Поэтому это говорит о том, что господин Зеленский, как президент, как вот этот вот красивый молодой человек, который со всех телеэкранов рассказывал, что он станет приговором, что вообще страна пойдет по-другому, все коррупционеры сядут, что он делает? Он закрывает все уголовные дела Труханова, он с ним вступает в преступный сговор, он с ним формирует коалицию, он с ним договаривается не только по городу и по всей области, грубо говоря, дал на откуп область партии «Доверяй делам»,
только для одной цели, чтобы хоть как-то оправдать свои низкие рейтинги в Одесском регионе. Почула вашу думку, дякую за неї. Будь ласка, буквально через декілька хвилин, бо маємо вже телефонний дзвінок телеглядача на прямому зв'язку зі студією Тетяна. Тетяно, вітаємо вас. Я очень рада видеть представителей сырья, и я за них голосовала, и я поддерживаю их, и считаю, что абсолютно все правильно вы делаете, так держать, а все негативные высказывания, потому что люди, вы знаете, они привыкли договоры быть, договорники свои поддерживать, обманывать, приходить, депутатам тут же сдавать эти предавать всех. Поэтому для них, вы белый лебедь среди всего этого черного. Поэтому не обращайте внимания, все правильно. И мне это, я вас очень поддерживаю. А второй вопрос у меня к Роману, если позволите. Скажите, Роман, можно, да? Алло, слышите? Да, я слышу вас. Ответьте мне. Вы сейчас сказали о том, что вот действительно нарушаются законы, и ни одного члена вашей партии Шария нет ни в одной комиссии. Но вы вторые пришли после «Доверяя делам». Нарушаются законы, вы должны воевать, как Шарий воюет. Вы не должны плакаться, вы должны подавать в суды, вы должны проходить от списка суды вплоть до европейского, и тогда мы вам поверим. Потому что если вы прошли и говорите о том, что... Дякую вам, Тетяно. Я почула ваше запитання. Роман також його почув. Щодо вашої думки щодо партії Шарія, ми її також зрозуміли. Хотіла у вас запитатися, чи ви не дуже засмучені тим, що буквально на першій сесії два депутати від партії Шарія, на жаль, взяли гроші, і ми навіть знаємо, які саме. На жаль, дзвіночку немає, але питання від Тетяни залишилось. Ну, возможно, Тетяна перезвонить і відповість на ваш вопрос. Я скажу вам так, Тетяна. Безусловно, не волнуйтесь. Ми не просто, як ви говорите, там жалуємося, ні в коєму случаї. Ми інформуємо вас, щоб ви знали, що відбувається на сьогоднішній день. Да, ми вторые. І ми навіть в 15-му году в обласному совєті були перші. Ну так сложилось, что негодяи объединились в одну команду и работают против ваших интересов. Поэтому нашей фракции в городском совете уже нашими юристами готовится иск в суд, который мы будем настаивать для того, чтобы городской совет зобов'язати пересмотреть состав комиссии. Потому что есть четкая норма закона, которая говорит, что каждая фракция в городском совете имеет право на пропорциональное присутствие в комиссиях. Нас 18 человек. Комиссий в городском совете 12. Я даже рад, что так случилось. По той причине, что на сегодняшний день мы четко увидели, кто с кем и кто против кого. Поэтому мы этим вопросом будем заниматься и будем бороться, даже в этом не сомневаюсь. Дуже дякую за відповідь. І ми знову маємо на зв'язку Тетяну. Тетяно, будь ласка, якщо ви чули моє до вас питання, мені б дуже хотілося почути і вашу відповідь на нього. Да, конечно. Мне было это, вы понимаете, человеческий фактор, он очень тяжелый. Если бы они все были животными, животные только не предают. Это и ангелы последние. А люди, к сожалению, предают, улыбаются тебе, говорят, что я твой лучший друг, я за тебя все, и предают. Но мгновенная реакция Шария. Мгновенно. Она показала, ху есть ху, кто есть кто. И это правильно. И наверное, будут Шария учиться другие партии честности. То, что мы уже забыли, эти понятия честности... Дякую, дякую. Почули вашу відповідь. Почули. Дякую за неї. Бачите, засмутилася наша глядачка, що так відбулося, але каже, що не вірними залишаються лише, може, тварини і янголи. Буквально очень жаль, действительно, що здесь нет представителей «Слуги народа» і «Європейської солідарності», потому что вопросов именно к ним. Огромное количество. Мне удалось на эфире задать один из вопросов Петру Обухову, и он на него ответил.
сказав, что, я, наверное, повторяюсь, что он не будет голосовать за спорные и скандальные вопросы по земельным участкам, по коммунальной собственности. Как вот они будут реагировать на тех откровенных предателей, а я сейчас говорю прямо, что эти люди будут предателями. Предателями чаяний одесситов, которые за них голосовали. Когда опять Одесский городской совет будет за копейки продавать оставшуюся коммунальную собственность, как они будут голосовать, когда участки стоимостью сотни миллионов, я говорю сотни миллионов, потому что я могу это доказать, долларов будут отдаваться за копейки в долгосрочную аренду застройщикам. Вот мне интересно, как эти партии и их руководство будет реагировать на таких своих депутатов. И мы это скоро узнаем. Ну, насколько... Я бы хотел так, сказать, пожалуйста. Почему «Слуги народа» одновременно ответить не ходят на ваш канал. Потому что вчера вы предоставили нам возможность поговорить со «Слугами народа». У меня была возможность задать несколько вопросов Ольге Квасницкой, которая представляет эту партию. И я ее спросил. Вот Гриневецкий, это же, ну, очевиднейший человек Труханова. Я вибачаюся, да. Але коротко. Мені, я розумію, очень але мені коротко. Здається, це не дуже... вічливо, коли немає дійсно Ольги, передавати я просто, в прямому ефірі Я просто описываю, как оно было. Чисто фактаж. Я не спорю сейчас с ней. Я хочу просто привести референс из прошлого, как там, собственно, как она отреагировала, я тоже сейчас расскажу. Спрашиваю, вот Гриневецкий, конкретный человек Труханова, шел от «Доверяй делам». Неужели вы думаете, спрашиваю я ее, что сидит такой Зеленский, думает, кого бы мне назначить на роль вот губернатора Одесс. Точно, Гриневецкий, как я о нем забыл. Ну, вот этот, который под люстрации попал, вот этот, за которым шлейф тянется, вот этот Трухановский. Вот кто-кто, а вот он точно спасет мне Одессу, все сделает, будет работать чисто на меня. И он подписывает. Я спрашиваю, вы это верите? Она говорит, я не вижу здесь никакой взаимосвязи. Отвечая на ваш вопрос, почему они не приходят к вам на телеканал. Потому что вы позволяете задавать, наверное, такие вопросы, им нечего ответить. О чем здесь можем говорить, если президент боится прессы? Конечно, ее боятся рядовые депутаты. Я не знаю, кто им писал темники. Наверное, никто. И у них нет ответов на банальные вопросы. Настолько они запутались во всей этой лжи. Спасибо. Дякую вам. Еще раз дуже запрошую до участі, хай в телефонному режимі, до нашої програми приєднатися представники політичних партій, «Слуга народу» і «Європейська солідарність». Дякую. А будь ласка. Хочу вас підтримати, хочу кратко. Хорошо. Будь ласка. Знаєте, от в чому прелість опозиції? То, що ти можеш діяти, як в тому анекдоті. Тут вихожу я весь в білому. У тебя развязываются руки по любому поводу. Власть что-то сделала, это не так. Власть что-то приняла, это не так. Другая политическая сила что-то сказала, не пришла, не сделала, это не так. Ты кругом бегом, ты всегда становишься хорошим, классным. Тем более, что я уже на предыдущих эфирах говорил, что ряд политических сил уже начали свои избирательные кампании, подготовку к следующим выборам. И сейчас вот слушая, сидя здесь, слушая представителей оппозиционных партий, я понимаю, что я был абсолютно прав, и это уже идет избирательная кампания у них сейчас. В этом нет ничего плохого. Я не говорю, что там так делать нельзя, это нормально, в порядке вещей. Но вот если мы сейчас сделаем такую ретроспективу касательно того, что мы обсуждали, за все время... не было от представителей политических сил никакого конструктива касательно того, кто мог быть тогда вместо Кучука. Кто? Да? Кто? Позвольте. Я... Секунду, да? Не было какого-либо конструктива. Шел только о том, что есть договорняк. Ребят, да, есть договорняк. Ну, как бы здесь все сидящие это прекрасно понимают. И на самом начале в Блице сказали, что договорняк был, договорняк свершился. Следующие 5 лет будет договорняк. Во всех вопросах, не во всех вопросах, это понятно. Но что происходит? Вместо того, чтобы обсуждать и думать, и предлагать, что с этим делать, как быть и куда двигаться дальше, мы продолжаем обсуждать и поливать грязью своих политических оппонентов.
При том, при всем, когда здесь вот тоже с вами соглашусь, когда вы говорите, что ну, это не совсем правильно, учитывая то, что их здесь нет. То, что они не пришли, это отдельный вопрос, и я тоже согласен с позицией того, что просто сказать нечего, и они понимают, что они столкнутся с очень большим количеством неприятных, неудобных вопросов, на которые нет какого-то лаконичного, конструктивного и правильного ответа. Дякую. В мене питання. Скажіть, будь ласка, Сергію, Романе, я надам вам слово. Я жду. Звичайно, я... надам. Я молчу. Сергію, в мене до вас питання. Скажіть, дійсно, чи є така фігура, яка, наприклад, якби вона стала секретарем, то можна б, напевно, було сказати, що договорняків не було? Ви знаєте, тут мені здається, що кандидатура секретаря, по суті, це такий крючок для діючого мера. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, і практика української політики показувала на те, що мери – це ті люди, проти яких, коли є потреба, там, піднімаються кримінальні справи чи ще якісь речі, мера прибирають. І його обов'язки виконує секретар. Можливо, це одна зі схем тої, яка може бути розіграна, якщо десь договорняк посипеться. Хоча насправді та політична колізія, яка є стосовно комісії, це лише перший крок. По суті, всі договорняки, вони не на комісіях відбуваються, вони легітимізуються на сесії міської ради. А прелюдія до цієї сесії, вона кулуарна, вона навіть не в комісії відбувається. На рівні там, голів фракцій там, чи окремих депутатів це все формується і вже потім виноситься на сесію і легітимізується. Стосовно персоналі, якщо вже взяти там замів чи ще когось, то, як правило, це або ті люди, які не пройшли до міської ради, які були в договорняку чи в якихось схемах крупних, або ж в даному випадку тут чисте води, ми бачимо, що є мотивація шалена, мабуть. І людина дійсно спокусилася на те, що є, тому що всі прекрасно розуміють, що така позиція віце-мера – це, по суті, знаєте, таке корито, рило від якого буде тяжко відірвати. От і все. Дякую. Може, Роману слово? Дякую. Так, так, Роман. Я хочу сказати так. От колеги говорять, що ми тут все время опозиція, нічого не робимо, нічого не предлагаємо, все жалуємося, критикуємо. Боже мой, ну мы готовы были стать властью, мы готовы были брать ответственность на себя. И мы надеялись на то, что демократы, еврооптимисты, как вы их там назовете, я не знаю уже, как их надо обозвать, я бы их обозвал уже, потому что, ну, в результате эти все умные люди, красивые, которые нам рассказывали, новые лица и так далее, они все пошли в доверяй делам. То есть, все, вот мы теперь большая партия Труханова. Вместо того, чтобы объединиться с оппозицией, да, и я бы даже был за голосовать за любого представителя слуг народа, если бы они были вместе с нами в коалиции против Труханова. Потому что секретарь, как вы говорите, это должен быть главный оппозиционер мэра. Без его подписи на сессию не выходит ни один проект решения. Пока мы в комиссиях не проверим каждую цифру, мы не выпустим ни один проект решения на сессию. Я не понимаю, а в чем проблема? Что такое? Плохая партия Ширия, ОПЗЖ? Что плохо? Давайте подпишем меморандум. 50 пунктов, за которые мы голосуем вместе и за которые мы никогда в жизни вместе не проголосуем. И четко будем следовать этому принципу все 5 лет. Но нет, проще наоборот сделать. Проще пойти к Труханову, договориться, объединиться и работать себе тихо да спокойно. Поэтому, пользуясь случаем, чтобы вы не говорили, что мы вот просто так. Я сейчас в студии единственного канала, который в Одессе приглашает абсолютно всех, хочу заметить, прошу телеканал и вызываю на дебаты абсолютно всех глав фракций, существующих в Горсовете. Господина Брендака, господина Потапского, господина Коваля, или кто у них там... Мараховского. Ребята, а давайте-ка все мы вместе встретимся в этой студии и ответим одесситам честно. А как так сложилось? Как это вы, люди, которые пришли на волне протестного настроения, желающего изменить вообще эту страну, объединились с теми, кто довел до всего этого? Вот я их вызываю на эти дебаты и прошу 7-й канал организовать их. И хочу посмотреть, я им официальные письма завтра пришлю, что я их вызываю на дебаты. Хочу посмотреть, кто из них сюда придет. И вот тогда, уважаемые коллеги, которые критикуют оппозицию, хочу, чтобы вы тоже, если вы не просто, скажем так, выражаете научную точку зрения, но и выражаете какую-то позицию, были честны и говорили, да, это зашквар, да, они объединились, и да, они работают вместе, и это нехорошо для города. Да, единственная оппозиция – это ОПЗЖ и Шарий. Вот так я хочу, потому что, вы говорите, выборы начались. Они в политике, как вы знаете, никогда не заканчиваются. А для чего мы об этом говорим? Для того, чтобы одесситы, которые нас слушают, которые нас видят, знали хотя бы в следующие
пять лет не ошиблись и не голосовали опять за этих негодяев и проходимцев. Вот суть политики, вот суть партии для того, чтобы наконец-то через 5, 10, 20 лет прийти к тому, чтобы что-то поменять. Может быть, не мы с вами будем ездить по ровным дорогам и жить в нормальных условиях, но, может быть, наши с вами дети к этому придут. Вот для чего мы это все делаем. Будь ласка, Артем. Буквально два тезиса. Первое касательно того, что вы готовы были взять власть. Я же не спорю, вы готовы были взять власть. И, взяв власть, вы бы сейчас говорили прямо пропорционально другие вещи. Вы бы говорили, что то, что вы делаете, это правильно. Это, опять же, политика, и так будет действовать любая правящая сила. Касательно второго, того, что я не должен признать, что был договорняк. А я же этого и не отрицал. Я в самом начале сказал, что это были компромиссные решения на основе предварительного договорняка. Я же это не отрицаю. И у меня точно так же есть вопросы к тем или иным политическим силам и к отдельным персоналиям за их голосование. Поэтому мой основной посыл был какой? То, что занимать оппозиционную позицию, да, простите за тавтологию, очень удобно, потому что для тебя кругом бегом все в любой случае, в любом для тебя удобном случае, не конкретно, да, сейчас о вас речь, а о представителе оппозиции, для тебя в любом удобном для тебя случае все будут неправы. Касательно того, что суть политических партий, политических сил для того, чтобы проголосовали за них и они и не проголосовали за других, я правильно понял мысль, да? Ну, у меня просто моя позиция какая и мое видение в том, что суть политических партий, партий на самом деле, это предложить идеологию, идею развития государства не на ближайшие 5-10 лет, а на ближайшие 40, минимум 40 лет, а то и больше, для того, чтобы люди понимали и хотели идти к тому будущему, которое предлагает партия. Что у нас сейчас происходит и почему я в данный момент критикую? Потому что ни у одной из партий, ни у одной из партий нет даже идеологии какой-то развития или видения развития Одессы на ближайшие, ну давайте даже возьмем 20 лет. Его нет. Все меряют только в пределах своих избирательных каденций. 5 лет, не больше. В этом основной моя претензія к любой політичному проєкту. Дякую, почула вашу думку. Маємо ще один дзвіночок. Добрий вечір. Якщо ви нас чуєте, ми готові вас вислухати. Добрий вечір. Я хочу пожелати всім здоров'я, щоб вас збіжав коронавірус, ну, всього найкращого. І є така інтересна от поговорка. Риба гніє з голови, да? Чистить її з хвоста, але є друга річ. Зачем чистити гнилую рибу? Її просто вибрасують. Спасибо, до свидання. Дякую, на все добре. Цікавий краткий дзвінок, дуже така цікава думка. Так, будь ласка, Ілля. Да, буквально пару слов. Поймите правильно, що восхищаться достижениями власти должна власть. Благо для нее, для этого есть все ресурсы. Есть телеканалы, есть трибуны и так далее. Основная функция оппозиции, здоровой оппозиции в любой стране нормальной, это критика власти. Это нахождение ее недостатков. В этом заключается эволюция прогресса. Если вдруг мы начнем работать по вашим правилам, да, и отойдем от критики, назовем это политическим пиаром, не будем критиковать, не будем рассказывать, что они плохие, не такие, как надо, то это уже будет нездорово, это уже будет какой-то, ну, перевес, понимаете? То есть хотите восхищаться властью? Восхищайтесь ей. У нас другая функция. Мы должны подмечать недочеты, власть должна реагировать на это. Я хочу заметить, что партия Ширя поддержала Зеленского и до выборов, и после выборов она поддерживала и Зеленского, и слуг народа. До их первых зашкваров. Когда начались первые зашквары, мы начали конструктивно критиковать. Когда они делают какой-то прогресс, да, когда они делают какие-то правильные, важные, нужные шаги, мы это подмечаем, хотя это не входит в наши обязанности, мы это подмечаем. И вне зависимости от того, против мы или за, если они выдвинут завтра хороший проект решения, я подразумеваю хороший, я имею в виду, что он будет прозрачный, он будет понятный, и мы будем видеть, что он эффективный, нужный, полезный здесь и сейчас. Мы проголосуем за него мы не будем голосовать за флажки. В этом заключается собственно принцип работы нашей партии. Поэтому, когда вы говорите, что вот вы оппозиция, вы много критикуете, а зря, так нельзя, вы тогда не понимаете принципа работы оппозиции. В этом ее и суть заключается. Будь ласка, Артеме, короткая реплика, да, так? Короткая риторический вопрос. А теперь скажите, когда я говорил, что вы критикуете зря и вы неправильно критикуете, я говорил о том, что критика как раз должна быть конструктивная.
не деструктивная, просто все плохие, мы хорошие, а конструктивная, вы плохие. Тогда потому приведи... что давай... да. Вы извините, плохие, да. Потому что давайте мы сделаем вот так, вот так, вот так. Все. И у меня как раз именно вопрос к тому, что отсутствует конструктивная критика. Тогда приводите пример, где мы неконструктивно критиковали. Где была неконструктивная критика? Или потому где были здесь... неконструктивные движения от нашей партии? Здесь... даже вот в течение этого эфира, я уже несколько раз, да, об этом говорил, обсуждалась позиция Кучука. Кто вместо? Я не говорю, что его позиция хорошая. Кто Илья. Вместо? Я. Было предложение? Да. Мы не лезем, поймите правильно, было понятно изначально, что большинство будет за него. Сделать вот такой вот жест, а давайте выдвинем кого-то, да, выкинем кого-то, чтобы он собрал там голосов, но проиграл. Но мы этим не занимаемся. Это глупо, это бессмысленно. Вот это пиар называется. Давайте выдвинем президента, да, давайте там пойдет Балашов 5-10 в президенты. Но это... чисто популизм. Мы этим не занимаемся. Было уже понятно, что договорено, что все ясно. Но я уверен, что и у ПЗЖ, и у, там, и у «Доверяй делам», у партии с многолетним опытом работы, чего нет у нас, а это должен быть человек, секретарь с опытом политическим, который знает эту кухню. Вы думаете, что у них не было предложений? Вы думаете, что им не нужна была эта должность? Но вы понимаете, что это не так, что были предложения. Единственное, что... Дякую, Ілля, скажіть, да. Будь ласка, чи зможете відповісти на моє питання так само конкретно щодо цифр, сум, за які ми сьогодні вже говорили. Були пропозиції, назвіть прізвища. 200-500 тисяч? Так, прізвища замість пана Кучука, які пропонувалися. Которые, от кого? Будь від кого. Понял вопрос. Будь від кого? Я не можу за другі фракції говорити. Скажіть, я говорю за нашу. Свою, добре. За свою. Смотрите, партія Шарія... не шла на президентский. Могла пойти на президентский, пиарнуться, не пошла. Почему? Мы не гонимся за властью ради власти. Должность секретаря — это однозначно должен быть человек с политическим опытом, которого у нас нет, который знает всю эту кухню, которого не смогут обмануть, развести, извините за простоту. Я зрозуміла, ви не пропонували нікого від своєї політичної сили. Нет, мы хотели рассмотреть варианты. Кучука. Вместо этого мы увидели, что вариантов не будет, что будет один Кучук. Мы... продемонстрировали свою позицию, даже не заходили голосовать. Дякую, Олег. Я буквально хочу немножко сместить акценты. Есть еще один орган в Одесском городском совете, который по полномочиям превышает любого секретаря и даже вице-мэра. Речь идет об исполкоме. И те фамилии, которые туда попали, и те люди, которые там сегодня находятся, они очень многое говорят о раскладе сил и тех людях, которые сегодня фактически контролируют Одесский городской совет. И я не являюсь депутатом Одесского городского совета, и, может быть, присутствующие здесь депутаты лучше знают, почему именно такой состав и почему в Одесский исполком фактически очень легко связать, скажем так, с одесскими олигархами Кауфманом и Грановским. Но я хочу вернуться еще один момент. Вот Роман всегда говорит, дайте власть, мы покажем. И он правильно говорит. У вас сейчас есть самая крутая и самая нужная комиссия Одесского городского совета. Это комиссия по здравоохранению. В преддверии того, что происходит, у вас есть реальная возможность показать, насколько вы крутые. Просто возьмите и покажите. И тогда, я думаю, одесситы, ну, любой оценит ваши и организаторские, ну, я имею в виду, как партии и представительство в Одесском городском совете, у вас есть такая возможность. Докажите одесситам, что... Вылечите коронавирус. Олеже, дякую. Скажіть, будь ласка, до речі, Романе, до вас питання. Може, ви маєте інформацію? Віталій зв'язався з Катериною Ножевнікою? Вона шукала його номер телефону. Ну, наскільки мені відомо, вони навіть знайомі, по-моєму, тому круг спілкування, який є у Віталія і у Екатерини, він достатньо великий. Я думаю, що вони все-таки знайшли друг друга телефони. Ну, я, чесно говоря, не знаю, зв'язались, не зв'язались. Я почула вашу відповідь. А що до нового складу виконкому, ну, у нас є представник нового виконкому, Олександре, тож те, що казав Олег, смотрите, мабуть, його має буквально коротка репліка. Ні Кауфману, ні Грановському я отношення не маю, ви ж розумієте, я представляю, наверное, більше опозиційну сторону исполкома. Но если вы посмотрели состав, в основном там представлены силы, это «Доверяй делам». И, к сожалению, если правильно посчитать положение регламента работы исполнительного комитета городского совета,
то то количество людей, которое представлено от промэрской партии, для принятия решений исполкома вполне достаточно. То есть вне зависимости от того, даже если бы там были представители шария или представители... Это любые представители, любые там общественные деятели, которые выступают против позиции мэра и против тех решений, которые в дальнейшем выходят на сессию, большинство в исполкоме, которое курируется мэром, достаточно для того, чтобы эти вопросы проходили и выносились. И депутаты, с учетом новой коалиции, вот этого тандема нового, проносили бы и протаскивали дальше. Сергію, а ви давно хотіли взяти слово? Я вже так... покроково прокоментую, тому що ще жіночка, яка телефонувала, прокоментувала, що вона сказала, що риба гниє з голови, а чистять її з хвоста. Насправді у нас риба гниє зсередини, а смердить просто через жабри. Тобто цю владу чи інші влади завжди вибирають люди, тобто ті люди, яких легітимізують. І питання легітимності влади полягає в тому, що в Одесі на вибори пройшло 30% людей. Я вже не говорю про другий тур, але на першому турі було 30% людей. І ці люди вибрали тих людей, які зараз представляють їх інтереси, по суті, і інтереси всієї громади. І те, що ми бачимо в міській раді, це, знаєте, це всі міські ради – це колегіальні органи. Тобто тут колективна безвідповідальність, якщо шукати крайнього. Але насправді ми бачимо договорняк одних і договорняк інших. От, ну, є коаліції і є більшості. Тому що, як кажуть представники виконкому і політичних сил, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що зараз вже є більшість майже на всіх рівнях, і тому прийняття рішень вже є зарані відомо, яка повістка сесії буде. І ми всі прекрасно розуміємо, що дійсно те, що казав і раніше, все, що є, воно буде виноситись на сесію, але легітимізуватись буде на сесії. І тут уже персонально від кожного депутата буде залежати, чи пройде те рішення, чи ні. Чи зможуть там ОПЗЖ, чи зможете ви зняти ті питання, чи зможете суспільство підняти, тому що наскільки я знаю, Олександр досить часто ходив на земельну комісію, просто як спостерігач, як від ОПЗЖ чи від ще когось. І я дійсно розумію, що ці комісії раніше були у Брендака в кабінеті, чи ще десь там за закритими дверима. І тут питання того, чи зможе новий склад міської ради працювати по-новому. Тому що є вже новий сайт міської ради, вже є регламент. Всі прекрасно розуміємо, як мусять публікуватися анонси про ті інші комісії. Але чи будуть дійсно політичні сили прозорими і публічними. Тобто всі інструменти для цього є, у всіх. А чи зможе самі представники тієї ж самої більшості, яких зараз немає взагалі нікого, чи зможуть вони прозоро і публічно працювати? Ось це питання і питання от саме тої народної легітимності. Через що вона буде проявлятися, як вона буде представлена? Тому що до сих пір ми бачимо, що інструментів для прозорої політики багато, але ними майже не користуються. Послушайте, я знаю, дуже маленькая реплика. С учетом того, что у нас создалась эта коалиция из представителей абсолютно разных партий, которые на телекамеры воюют, а в принципе в сессионном зале определяются абсолютно идентично, можно сказать тот факт, что партиям таким, как ОПЗЖ или ШРИ, будет действительно очень сложно те или иные вопросы снимать с повестки сессии или как минимум с повестки исполкома. По одной простой причине, что имея большинство, наш уважаемый мэр Геннадий Труханов всегда говорит, что депутаты вправе определяться самостоятельно. А имея порядка там 35 или 40 их человек, они будут определяться чисто в ту сторону, в которую у них будет ранее оговоренный вектор. Ну, це якраз та колективна безвідповідальність, яка потім буде. Ну, дивіться, панове, от Олег привів добрий приклад, да, щодо пані Квасницької, яка, наприклад, пішла проти і не голосувала за пана Кучука, так? Тобто ж в нас є і особиста відповідальність депутатів, і вони можуть її користуватися, якщо хочуть. Можна буквально одна репліка. От госпожа Квасницька, я дуже її вважаю, вона дійсно така була на предыдущей каденції ярий опозиціонер. Она голосовала против Кучука, или даже если она воздержалась, не поддерживала его кандидатуру, но она открыто поддержала кандидатуру Коваля, человека, который, в принципе, отдал под застройку большую часть территории университета Мечникова. И когда госпожа Квасницкая предыдущих 5 лет выступала против незаконной застройки, а сейчас поддержала на пост секретаря человека, который, в принципе, давал все полномочия бизнесменам и городской власти застраивать те или иные территории учебних заведень, для мене це залишається великим питанням. Чому саме так? Ну, ви бачите, в нас яка ситуація. Сесію, спочатку, другу сесію,
анонсували в п'ятницю, так? Потім казали, що це буде понеділок, бо вівторок, а це була середа. І ми мали цю ситуацію у лавах партії Шарія, так? Коли депутати не хотіли підписувати документ щодо проведення позачергової сесії, так? Ми що, зараз можемо сказати, напевно, що усі депутати, які не підписали цей документ, вони продалися, отримали гроші, і вони є під певним впливом? Вони вступили в преступний зговор, який називається коаліція. От і все, все, що ми зі вами обсуждаємо. Роман, ну нету такого, в законі нет такого коаліції. Да ну, нету і преступний зговор. Ну, преступний зговор якраз є по кримінальному кодексу. А кримінальної коаліції нет. Давай говорити, як є, щоб жити. Ну, назовіть, як ви це назовете, Олег? Это можно по-разному. Можно, если, ну, давайте если, как-то назовем, если будем я был все депутатом, так наверное, я, может быть, сказал ситуативная любовь. Вот Илья назвал же это брак. Но как таковой коалиции сегодня она из конкретных депутатов не сформирована. Да? Ее не сформировано вообще нигде на бумаге. Есть понимание, что большинство решений впредь будут приниматься тремя партиями. Это понимание, наверное, у всех есть после двух предыдущих сессий. Есть понимание, что каждый депутат из любой из этих трех партий может не проголосовать за то или иное скандальное, либо преступное, либо решение, противоречащее интересам одесситов. И тут возникает вопрос, а не поступят ли потом с ними так, как поступили с депутатами партии Шария, когда они пойдут против партийной дисциплины. Знаете, кто с ними так поступит? С ними сам Геннадий Труханов так поступит. Знаете, когда? После первой сессии бюджетной, когда все, извините за выражение, ну, так они меня бесят, но не хочу выражаться, когда они все проголосуют кнопочками за принятие бюджета, Геннадий Леонидович скажет: ребят, все свободны, вы мне всем больше спасибо, вы мне не нужны, встретимся в декабре следующего года. Вот так это будет. Те, кто работали с ним предыдущие 5 лет, знают, кто он такой, как он работает с так называемыми ситуативными или какими-то другими союзниками. Я их называю коалицией, потому что, ну, большинству народа, в принципе, это понятное слово. Я не говорю, что это юридический термин. Ну, просто люди должны понимать, что люди нету, это не на бумаге. Не на бумаге, ничего, да, да, как есть такового оформленного нет, в юридической нет форме это не просто существует. Это просто собрались ребята где-то на проспекте Шевченко у этих ребят, которых вы назвали акционеров господина Трухана, сказали, значит, делаем следующим образом. Вы голосуете за это, за это, за это, а на эфирах говорите, что это все на благо одесситов. Поэтому я это называю преступный сговор, назвал вчера грязная коалиция. Я буду это называть как угодно, потому что вот оно так есть в жизни, в реальности. То, что они не подписали бумагу, но они же не дураки, конечно, они с Порошенко не подписывали бумагу, но голосовали всю дорогу вместе и будут голосовать всю дорогу вместе. Я хотел вам, Олег, еще 2 слова сказать по поводу Здравовской комиссии. Конечно же, я особенно буду уделять очень много внимания, хотя не являюсь членом этой комиссии, потому что я считаю, что это самая сложная и самая ответственная комиссия, которая сейчас работает в городском совете. К сожалению, у нас там только 2 человека. У нас есть представители партии Ширья, я надеюсь, у нас будет конструктивная работа, но господин Никогасян, госпожа, я не помню, как его фамилия, вот эта вот, которая пальцы показывала. Куценко, да. И еще один человек от Европейской солидарности, то есть, грубо говоря, комиссии 3 на 3. И если случится так, что эти люди будут относиться к делу по указке, а не по совести, как мы тут говорим, что вроде у каждого есть своя ответственность и вроде как могут голосовать так, как считают нужным, то может сложиться ситуация, что правильные решения могут быть не приняты. Но мы сделаем так, постараемся сделать так, чтобы они были приняты, а если они не будут приняты, то что хотя бы все одесситы об этом знали. А как они будут приниматься, если там ни одного человека, не имеющего медицинское образование, либо так какой-либо опыт? Так у нас министр опыт не имеет. Олег, дело в том, что вот, к сожалению, вот сейчас проголосовали, что помощником народного депутата можно быть вообще без высшего образования. Такие у нас законы, что депутатом может стать любой человек, и ему нужно работать в какой-то комиссии. Здравовская комиссия важна, и даже если нету медиков или таких хотя бы, как Гончаренко, там, санитарок или еще кого-то, ну, кому-то надо там работать. Соответственно, было бы очень правильно
правильно. Я буду рекомендовать своему коллеге Виталию Саутенкову включать в работу комиссию общественников, людей, которые непосредственно знают проблемы, а не то, что Геннадий Труханов говорит там с трибуны, что у нас есть свободные места. Правильно говорят, почитайте Нажевникову. Она четко говорит, где что есть, где чего нет. Я буду говорить и привлекать туда людей, чтобы они говорили, не стеснялись. Вот сегодня Екатерина искала телефон, если она не нашла, я ей помогу, и мы обязательно свяжемся. Но опять же, хотелось бы, понимаете, вот я там видел много разных комментариев, либо работаем на какое-то созидание, невзирая на политику и все остальное, либо не работаем вообще, потому что если мы будем там в прошлое уходить, кто есть кто, у кого какие зашквары, шлейфы, ну ничего не будет. То есть в результате будут личные обиды, оскорбления, а работы не будет. Поэтому я надеюсь, что это новый созыв, новая каденция, и в том числе Здравовская комиссия найдет, скажем так, ум в себе, всех, кто там работает, для того, чтобы объединить усилия, отбросить в сторону политику и бороться с ковидом, и бороться вообще со всеми проблемами медицины, которые есть в городе. От це іскреннє желання. Дякую вам. І в мене є ще одне питання. Якраз у нас залишається час на його обговорення. Скажіть, будь ласка, панове, чи є у вас певні прогнози або навіть побоювання щодо питань і перебігу сесії обласної ради, яка має відбутися завтра? Ну, Роман вже висказався, так? Він сказав, що я все злили. Все злили. Чи дійсно він має рацію? Можливо, намагатимусь трішки прокоментувати. От Роман точно дасть свій коментар потім, тому що він, хто як не інший, знає, що, от, наприклад, в міській раді є монобільшість. Минула каденція це чітко показала. В обласній раді там специфіка в тому, що всім доводилось домовлятись, тому що не було монобільшості в минулій обласній раді. Зараз, по суті, те саме. Зараз лише єдине, що грає, мабуть, гра десь в Києві, приймаються рішення, там, чи рухаються фігурки на шахматі дошці. Але ж зараз, по суті, ми побачимо завтра там легітимізацію того ж самого ситуативного договорняка, яке буде його логічне продовження. І як воно зараз вийдеться. Тому що зараз, мабуть, що в облраді робота кипить, і що до сих пір там в комісії обласній там можуть деякі люди писати заяви на відмову від балотування, хто навпаки, на згоду балотуватися. І цей процес зараз досить жвавий, досить живий. Прогнозувати його досить важко буде. Тому що якби там хоча б пройшла установочна сесія, хоча б перша там, так? Потім би не було цих інших перестановок. Зараз ми побачимо лише те, що це буде, знаєте, продовженням Одеської міської ради, сесії Одеської міської ради. По суті, мені здається, що так воно плюс-мінус десь і буде. І стосовно побоювань, в мене є лише одне побоювання. Тобто в нас проблем багато. Не тільки ковідом єдиним. Але насправді побоювання в тому, що через ось ці перші політичні сесії зникне конструктив, і замість того, щоб вирішувати проблеми, будуть вирішуватись політичні проблеми, а не ті проблеми економічні, соціальні і інші, які зараз вже горять просто-напросто. Мені здається, коли на повістці дня в міській раді стануть питання комунальної власності і земельних ділянок, так, ми будемо спостерігати дуже запеклі суперечки щодо цих економічних, ми розуміємо, питань. Олеже, будь ласка. Мене радує перше, що в Одеському обласному совєті представлено більше партій, ніж в Одеському городському совєті. И это меня точно радует, потому что создать монокоалицию, как было в Одесском городском совете до этого, ну, в принципе, областная рада недалеко ушла, будет намного сложнее. И меня радует, что часть из тех партий, которые туда попали, ну, как минимум две, не хочу называть, чтобы делать им рекламу, очень сильно хотят попасть опять в Верховную Раду и надеяться на досрочные парламентские выборы. И это позволяет надеяться, что все-таки они будут отстаивать интересы жителей Одесской области. Меня не радует совсем, что уже там происходят договорники. И договорники такие, знаете, как... если бы мне кто-то сказал, как, там, например, там, полгода назад, что... Там некоторые партии смогут договориться между собой, заклятые враги становятся лучшими коалициантами, то я бы, наверное, не поверил, и меня это точно не радует. И я хочу еще добавить, что если досрочные парламентские выборы будут, то у одесситов в том числе появится возможность
оценивать уже эти партии, в том числе и по этим договорникам, и по принимаемым решениям. Дякую за вашу думку. Артема. Ну, касательно сессии областного совета, я думаю, что, как правильно уже сказал Сергей, это будет, ну, не продолжение, это будет аналог такой же сессии, как и в городском совете. Там точно так же будут существовать договоренности, и политические акторы их будут соблюдать. А касательно коалиции, ну, скажем так, мое личное, да, осторожное опасение на данный момент. Я не могу со стопроцентной уверенностью говорить, что она полностью сформирована, потому что окончательно будет понятно как раз в тот момент, когда пойдут как раз вот эти самые скандальные вопросы по коммунальной собственности, по земельному, по бюджету в том числе. И вот как раз вот в этих проектах решений по этому голосованию будет окончательно понятно, и можно будет окончательно сказать, сформировалась полностью коалиция, или же все-таки это, ну, как бы есть какие-то шансы на то, что у отдельных депутатов будет какая-то совесть, сознательность и готовность не принимать противоречивые или же откровенно неправильные проекты решений. Дякую. Ми вже йдемо по кругу, тобто, будь ласка, у вас буде можливість висказати вашу думку, Ілля. Ну, действительно, в облсовете все чуть менее однозначно. Единственное, что я могу сказать, то, что вот перевес в любую сторону, да, это всегда плохо. А когда речь идет о советах, потому что местных советах, там, Верховной Раде, потому что мы можем идеологически не понимать друг друга, мы можем идеологически спорить, но за этих людей, как бы сильно там они мне не нравились, за них шли голосовать. Мы не можем назвать тех, кто шел там голосовать там, за слуг народа, неправильными людьми. Это тоже украинцы, они сделали свой и выбор. Да, мы можем там информационно как-то их снабжать, но их выбор мы обязаны принимать. Соответственно, когда существует в Совете баланс сил и когда всем фракциям нужно договариваться, находить точки пересечения в каких-то вопросах, тогда появляется, это и есть эволюция процесса, это и есть эффективность, это и есть двигатель развития чего-то. В то же время, если чаша весов наклоняется в сторону там Гриневецкого там, или там Европейской солидарности или еще кого-то, все это идет монополия, это идет монархия, это идет просто диктатура, когда вниз спускаются установки, бросаются на самый низ какой-то кости. А вот вам комиссия, а вот вам еще какие-то преференции. Соответственно, мне кажется, так как мы, партия Шария, не можем там однозначно никак получить большинство, у нас всего 6 мандатов, мы будем отстаивать вопрос баланса сил, чтобы все могли собираться в кругу и вот находить эти точки пересечения. Дякую, вот Александр. Да, я, кстати, честно говоря, со своими коллегами не согласен по той простой причине, что ситуация, которая произошла в Одесском городском совете, она зашкварная. Та коалиция, которая сформировалась, она теперь понятна всем одесситам и, в принципе, понятна, ну, абсолютно всем. Я думаю, что такая ситуация в областном совете не повторится, по крайней мере, в открытую и так ясно на первой или второй сессии, просто для того, чтобы не показать обществу об этих договоренностях. То есть они будут соблюдаться, но они будут очень аккуратно для того, чтобы не поднимать резонанс вокруг этих вопросов. Романе, чи вдасться зробити так в облраді, як каже Олександр? Мое личное мнение следующее. Значит, все самое интересное в областном совете будет завтра. И только завтра, и следующие 5 лет вообще ничего интересного не будет. Объясню почему. Потому что завтра будет понятно, кто есть власть. Конечно же, мы, оппозиционная платформа «За жизнь», представлены 24 депутатами. Мы самая мощная партия, которая получила поддержку в области. Конечно же, мы ведем переговоры для того, чтобы объединиться и взять власть в областном совете. Завтра, на сегодняшний день, скажем так, силы, я бы так сказал, равны. И все, все самое интересное произойдет завтра. А после того, как вот определиться, кто рулит областным советом, да, все, вся интрига закончится, и больше интересного в областном совете ничего не будет. Во-первых, потому что как только выбирают конкретного председателя, те партии, которые вроде как были против, уже там
находят как-то общение, идут в кабинеты, наговариваются и голосуют монолитно всю дорогу вместе. А во-вторых, областной совет настолько бедный, что я даже не знаю, что они должны продать для того, чтобы СМИ вообще обратили внимание на какую-то там собственность. Практически ничего не осталось. Все. Уже все распродано. Все распродано, все за разграб. В вашу каденцию. Все. Ну, нашу там совсем мало, но в принципе да, согласен. А самое интересное будет в Одесском городском совете. Почему? Потому что «Доверяй делам» — это не те «Доверяй делам», которые были в 2015 году, где их было там 27 человек. Их сейчас 20. И вот если мы будем продолжать давить на слух народа, на европейскую солидарность вот такими вопросами, вызовами и так далее, мы заставим вот этих людей, чтобы у них включилась совесть, мораль, ответственность. Мы их застыдим, чтобы они не голосовали за продажу земли, продажу коммунальной собственности и так далее. И вот тогда Геннадию Труханову будет крайне сложно собирать большинство на каждую сессию. Потому что мы же с вами прекрасно знаем, каждая сессия что-то продается, дякую, что-то Роман. Отдается. Поэтому я надеюсь, что именно все внимание будет все 5 лет городскому совету. Я вам гарантую, що я буду пильно стежити за сесіями міськради, дивитися, як голосує, і запрошувати, як ви зауважили, усіх представників політичних сил у цю студію, аби ми на рівних могли розбиратися, хто що обіцяв одеситам і хто як себе дійсно поводить. Дякую вам за увагу. Мені залишається оголосити результати нашого інтерактивного голосування. Нагадую, на початку нашого шоу ми пропонували відповісти вам на таке питання. Розподіл посад у Одеській міській раді 8-го скликання – це компромісні рішення. 8. 8% і договорняки – 92%. Таку маємо статистику, таку маємо думку наших глядачів. Це було політичне ток-шоу «Прожектор 2.0» і його ведуча Наталія Костенко. На все добре!